Бытовой кирпич. Так. Да, свет, воду. Лапшинка. Вот Боровский район. Дом 400 квадратных метров, не считая двухэтажной открытой веранды, которую можно оборудовать либо под веранды, открытые, закрытые, либо под комнаты отдыха. Дом из пенобетона, обложенный кирпичом, трехэтажный, на 10 сотках земли. Капитальное строение с бетонными перекрытиями, плиты перекрытия. Участок находится на берегу реки Братва. Высокий берег, сухой участок. Участок окружают солидные дома. Вот такой вид со второго этажа, с третьего этажа еще более красивый вид. На доделку дома, под отделку, то есть оштукатурить стены, сделать полы, ввести в дом газ для отопления и воду, требуется порядка 2,5 миллионов. Бригада под это есть. То есть рядом находится магистральный газ, в дом введен свет 10 киловатт, рядом с домом скважина. Скважина порядка 70 метров, чистая вода. Делалась экспертиза. Угу. Дом отличного качества. Отношение качество-цена очень хорошее. Вот такой вот солидный дом. 400 квадратных метров. Угу. В деревне Лапшинка. Вот. И вот это высокий край Братвы. Угу. Это речка Братва. Угу. Вот. И вот этот дом. Документы на продажу готовы. Имеется даже оценка дома. По этой оценке дом стоит 13 миллионов. Оценка производилась для одного из покупателей, который хотел брать дом в кредит. Но не состоялось.